На конкурс 10 читают стихи. Роман Кумпаев, 5 Б. Школа номер 26. 11 лет. Город Кемерово. Афанасий Афанасьевич Фет. Мама, глянь-ка из окошка. Мама, глянь-ка из окошка. Кстати, вчера не даром кошка умывала нос. Грязи нет. Весь двор одел. Посветлел, побелело. Видно, есть мороз. Не колючий. Светло-синий по петлям развешенный. Погляди хоть ты. Словно кто-то тароватый. Свежий, белый, пухлый, ватый. Все убрал кусты. Но теперь не будет спору. Злонский, дай в гору весело бежать. Правда, мой, не откажешь, а сама, наверное, скажешь. Ну, скорей гулять!